На базе полигона Гомельского областного управления МНС прошли спаборництвы по ваджению аварийно-воротовальной техники. Удел у их приняли 65 супрацовников МНС из всех подразделений в области. Заезды проводились и на специальных легковых автомобилях, и на пожарных аварийно-воротовальных. С подробностями Евгения Кухаронок. Конкурс «Лепший водитель подразделения по надзвичайных ситуациях Гомельской области» проводится штогод. И раз за разом у Гомель з'їжджаються профессионалы своей справы, которые у серьезной борьбе змагаются за звание и шанс представить свой регион на республиканских спаборництвах. Александр Пігуль удельничает у конкурсе 5-й год запар. Однако у скарбонца его узнагород только призовые – серебряные и бронзовые. Каждый раз на соревнования сложная трасса. Каждый раз волнение свое всегда берут. Ну а так, практика, выезды на работе помогает, конечно. Ну и подготовка. Готовимся к соревнованиям каждый раз. Наконец-то, я думаю, что в этом году призовое первое место, а то было и второе, и третье, и никакое, и на республике было второе. Ну, вот так. В общем, работа трудная, готовимся. Свою мару Александр Пігуль здійснив. Першое место сьогодні замацавалося за ним. Однак і інші удельники конкурсу справилися з трасою невидатно. Без штрафних балів у випробуванні пройшли амаль 90% водителів. А це з'являється основним показчиком безпечного водження спецтранспорта. Сьогодні перешкоди для пожарних машин нередко становяться автомобілі, припарковані не по правилах. Подобні ситуації на конкурсі так само пропрацьовуються. Ви прекрасно розумієте, наскільки у нас за последние годы возрастает количество транспортных средств. Не только в общем движении, а самое большое количество транспортных средств возрастает на всех наших парковочных, стояночных местах в наших дворовых территориях. И насколько на сегодня необходимы навыки вождения водителей для того, чтобы прежде всего своевременно, быстро и безопасно прибыть для оказания помощи нашим гражданам и при этом оставить целыми невредимыми транспортные средства, ну и соответствующий весь личный состав для того, чтобы выполнить соответствующую поставленную задачу. У минулом году гомельчане стали призерами республиканских спаборництв серед водителей спецтранспорту. Сьогодні супрацовники наших подразделений по надзвичайних ситуаціях с новыми силами попробуют завоевать золото. Евгения Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».